Алло, everybody, с вами канал Мания Позитив. И сегодня я хотела бы вам рассказать о некоторой своей новости, в принципе, да. Ну, начнем с того, что я поменяла как бы название канала. Вот, ну да, вы уже заметили. Мания Позитив. Сейчас как бы я вам объясню, что значит мания, что значит позитив, и почему у меня такое сочетание мания, позитив. Вы сейчас скажете, чего? В принципе, ничего особенного, сейчас все вам объясню. В общем, мания, позитив, мания, потому что, как сказать, ну, я же мания, типа Маша, вот меня зовут Маша. А Маша еще можно назвать мания. Мне как бы нравятся такие вот имена, как там, Маша, вот, и что-то можно другие что-нибудь делать, например, там, Маруся, Маня, Масяня, в общем, очень классно. И, как бы, мне нравится Маня вообще, вот, как бы, имя такое Маня, и я решила Маня. А почему позитив, то тут я сама, в принципе, ребят, не знаю, просто я, как бы, такая позитивная, все такое, вот поэтому Маня позитив. Да, вот такие вот, собственно, девиз у меня. Дальше. Вы у меня уже заметили в начале видео, что у меня два вот таких вот браслетика миленьких. Я вам сейчас расскажу, что это за браслетики, почему я решила посадить. Ну, как говорится, у каждого приходит время перемен, и со мной случилось такое, ну, в принципе, это часто случалось со мной. Да. Вот. И... Да, мне как бы захотелось какие-нибудь часа добавить, сейчас хотела ожерелье сделать, вот, ну а потом я думаю, как-то не хочу больше ожерелья, вот, и вот как бы решила сделать два таких маленьких браслетика, но вы сейчас спросите, почему один голубой, а почему и один желтый, почему такое сочетание? Дело в том, что голубой браслетик означает то, что, как сказать, у меня вообще же, по идее, ну, так сказать, Тимарка, то снежинка, вот, ну, вы знаете, я там принцесса зимы и все такое, вот, и, собственно говоря, поэтому голубой браслетик. А почему желтый? Потому что позитив, он желтый, весь такой розовый, радужный, яркий, и я как бы решила становиться на желтом, потому что желтый это весь позитив, это смайл вообще, это круто. Вот. И поэтому именно желтый. Я, конечно, знаю, что не такое уж как большое сочетание это, но мне как бы вообще пофиг, да, вот так. Ну, вот такие вот у меня, собственно говоря, деньги. Ой, теперь насчет моей группы ВК. Я вам, короче, хочу сказать, что я делаю мою группу открытой. Я прям, блин, задолбал этот форекс. Я, короче, сейчас вам прям наглядно, я вам прям сейчас делаю его открытым. Блин, почему он открытый? А, вот группа, да, все. Вот, значит, мне нужна открытая. Блин, у меня чуть сегодня с компом. Вот. Так. Группа открытая. Вот. И, короче, да. Сохранить, значит. Так. Так, ну ладно, в общем. Сохранить. Не сохранены. В общем, теперь можете все вступать. Почему не изменила название сообщества, скажем так? Дело в том, что я как бы все-таки оставилась Holy Mason. Вот, поэтому без претензий тут ко мне, понятно? И еще, ребят, я начала рисовать КВ, да. Я вам сейчас даже покажу мои три рисуночка, которые я рисовала. Это по КВ, это как бы две мои подруги и я, как бы моя кошечка и две кошки моих подруг. Так, вот сейчас я свою кошку покажу. Секунду, загрузится. Да. Вот. Сейчас, погодите. Вот, сейчас. Сейчас, секунду. Сейчас все будет. Вот. Это, в принципе, моя кошка. Ее зовут Луноглазка на ПКВ. Вот, ей у нас 25 рун. В принципе, она такая черная, зеленоглазая. Нежка. Это у меня черновичок был. Так, это у нас Снежная Лапа. Это моя подруга. Это кошка моей подруги.
И степная звезда тоже, опять же, кошка моей подруги. Вот. В принципе, все. Кстати, кстати, вот что я, вот как я рисую, я даже, наверное, степень сделала. Кстати говоря, ребят, у меня, короче, такая новость есть. Сейчас, погодите, я закрою. В общем, да. Сейчас, я вернусь к этому. Вот, я еще хотела бы, короче, сказать, что я теперь буду рисовать поняшек на заказ. Вот, как бы в моей группе там такое. И еще, ребят, я хотела бы извиниться перед одним милым няшеньким. Это Дафна Лебедева. Да, прости меня, пожалуйста, ты мне уже сколько, скажем так, дней назад попросила меня сделать спидспейнт, меня и тебя. А я, ленивая зайца, это не сделала. Пообещала и не сделала. Я прошу тебя, прости меня, да. Я правда не специально, просто у меня много дел. И как бы я это уже забросила, эти спидпейнты, и мне очень трудно начать, да. Понимаешь? Я тебя очень прошу, прости меня. Я обязательно выполню свой долг. Но я обещаю, я никогда про тебя не забуду. Я постараюсь выполнить этот долг как можно скорее. Я надеюсь, что ты меня простишь, хорошо? Я очень надеюсь, что ты меня поймешь. Просто у меня сейчас такой период, конец четверти. И потом плюс к музыкальной школе, ну, в пятницу, когда то скрипка. У меня потом сейчас вот одна репетиция по хору прибавилась. 6 часов вечером. Вот, поэтому, да, конечно, прости, но я не специально это задерживаю. Просто у меня нету времени, понимаешь, да. И ты уж прости меня от чистого сердца, хорошо? Я обещаю, что вскоре сделаю этот спидпейнт. Хорошо? Я обещаю. Я постараюсь сделать этот спидпейнт поскорее. Поэтому не обижайся на меня, да, хорошо? Ты не специально. Вот. Ну и что ж, ребятки, я думаю, на этом все. Видео заканчивается. Спасибо за то, что посмотрели меня. Опять же, повторяю, я Маня Позитив. Ладно, пофиг. Называйте меня как хотите, хоть Холли, хоть Маня, хоть Маша. Мне как-то больше нравится, чтобы меня Маня называли. Ну, вообще классно. Вот. Ладно. Короче, меня уже прет чуть-чуть, поэтому да. И еще вскоре будет очень упоротое видео. Будет как-то связано с Дафной, с Лилей. Ну, Лиля, естественно, канал там наш Дымя, все знают, но как-то связано с Дафной, с Лилей. Но это, наверное, очень скоро, я думаю, будет, наверное, где-то на этих выходных, и Спейн тоже, наверное. Я не знаю, пока ничего, пока не обещаю, но я вам говорю, что Спейн Дафна Лебедева будет обязательно. И упоротое наркоманское видео связано с Дафной и Лилей. А вот, да. Так что, да. Вот. Ну и видео также с моей очень хорошей подругой, как бы, блин, что делать. Вот. Ну а все, я думаю, мы дотянем скоро до 100 подписчиков, потому что мне уже, в принципе, надоело ждать, ребята, до 100 подписчиков, блин, мне всего 5 подписчиков осталось, блин. Ребята, ребята. Ладно. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, с вами была Холли Мэйсон, она же Маня Позитив, и в общем, всем удачи, всем пока!